А также на запасном поле стадиона «Торпедо» собрались любители погонять шайбу. Товарищеский матч по хоккею посетил наш корреспондент. Комфортная зимняя погода, отличный лед и боевой настрой на игру – рецепт прекрасного времяпрепровождения в период январских праздников. На товарищеском матче по хоккею встретились сборные любителей из Люберец и команда ветеранов из Томилина. Я был много лет тренером хоккейной команды с шайбой Томилинского завода полупроводниковых приборов. Еще в те далекие советские времена, когда первенство Люберецкого района проходило среди 12 команд. Было очень много команд. И Люберецкий ковровый комбинат, и Камовский завод. Встреча на льду длилась 3 периода по 20 минут каждый. Итог матча – победа сборной из Люберец. Финальный счет игры – 8-6. Сегодня мы организовали матч между сборной командой городского округа Люберцы и сборной командой Томилина. Администрация и спортивный комитет городского округа Люберцы решили поддержать давние традиции, которые были заложены еще в 50-е, 60-е годы в нашем округе, когда зимой люди играли в хоккей. Покататься на коньках и поиграть в хоккей люберчане могут на 19 катках. Самые крупные из них залиты на стадионах «Торпедо», «Урожай», «Электрон» и «Труд». Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.